Несмотря на обращение с исковым заявлением в суд о сносе всего объекта и принятые судом ограничительные меры, недобросовестный застройщик продолжает незаконное строительство, в связи с чем проводится постоянный мониторинг объекта. Накануне сотрудниками администрации совместно со службой судебных приставов было вывезено 8 рабочих, легальность нахождения которых на территории России проверят правоохранительные органы. По признакам уже, которые мы видим, скорее всего, будет многоквартирный дом, потому что пятно застройки превышает необходимые для ИЖС размеры. Объект обладает всеми признаками самовольной постройки. Он строится без разрешения. В нарушение всех правил взаимопонимания застройки города Сочи практически занимает собой весь участок. В дальнейшем администрация города намерена мониторить этот объект и не допустить самовольного строительства и будет добиваться его сноса по суду.